Всем привет! Мы продолжаем учиться писать алгоритмы на языке Java. Сегодня мы займемся написанием программы нахождения наибольшего общего делителя двух чисел. А начнем с самого простого. Напишем просто простой for, который перебирает все делители и находит максимальный. Так, поехали. А начнем с того, что заведем метод, который возвращает наибольший общий делитель двух чисел. От int a и int b. Отлично. Метод будет перебирать все делители чисел и находить среди них максимальный. Переберем все числа от единицы до максимума из этих двух чисел. Теперь проверим, что оба числа делятся на это число. В этом случае обновим ответ. Давайте заведем переменную с ответом. Прекрасно. На самом деле можно максимум даже не делать, потому что мы перебираем числа по возрастанию, поэтому последнее число всегда будет максимум. Можно здесь вместо максимум просто написать result равно i. Ну, давайте проверим, что действительно у нас все работает. Давайте найдем наибольший числитель каких-нибудь двух чисел. Например, чисел, не знаю, 114 и 54. Утверждается, что наибольший числитель равен 6. Это похоже на правду, на 2 они оба делятся, на 3 оба делятся. А программа тратила за 0 миллисекунд, поэтому померить нормальное время работы мы ее не можем. Давайте, чтобы было интереснее, померим какие-нибудь более большие числа. Например, давайте сделаем какое-нибудь рандомное число здесь побольше. Какое-нибудь рандомное число здесь побольше. Сойдет. Запускаем. Вот программа отработала уже за 5 секунд. Даже для таких маленьких двух чисел. Но в целом вывела какой-то ответ. Например, наибольший числитель двух чисел равен 1. Но это похоже на правду, если взять два рандомных числа, с большой вероятностью наибольший числитель будет равен 1. Если мы хотим сделать, чтобы ответ был побольше, надо сделать специальный тест. Давайте, например, возьмем число вот столько умножить вот на столько. И еще раз столько же умножить, например, вот на столько. Тогда наибольший числитель будет уже не меньше, чем 1141. Гарантированно. Запустим. Да, видим, что 1141 нашлось. Прекрасно. Итак, у нас все работает. Давайте теперь подумаем, как сделать, чтобы это работало быстро.